Сегодня вас ждет увлекательнейшее путешествие по центру культуры Урала. Ну что, начнем? Здание было построено в далеком... Пойдемте со мной. В далеком 50 лет! Юбилей! Пройдемте дальше. Первый руководитель ДК «Урал» Александра Михайловна Михайловская была правой рукой директора завода «Три тройки». Она пришла в этом декабре 1968 года, а уже в 1972 году была руководителем ДК «Урал». Это очень важно, дорогие друзья. Запись Бориса Ельцина. Посмотрите на это. Это очень важно. А вот великий художник еще. Да. Обратите внимание. Пройдемте дальше. Дальше нам известно, что в здании ДКО «Урал» прошло в 2008 года. Вот фотография. Это великолепно.